Я, кстати, купила себе GoPro, но не снимаю на нее, потому что она в чехле, и мне нужно его снять. Сейчас для этого и иду в магазин. Я в инструкции посмотрела, но там только как открывать, как достать нет. Не думала, что я попаду на акцию и приобрету GoPro. Это круто, конечно, все прикольно. У меня не последняя модель, у меня обычная Hero Plus. Чтобы было вам понятно, объясню. Hero Plus, она не вынимается из бокса. В общем, ее невозможно достать. Ну, это как мне сказал в сервисном центре парень. Может быть, ее и можно достать, я не знаю даже. Вот так вот она открывается. Вот, и отгибается вот эта вот часть. Здесь был герметичный такой бокс. Вот эта часть не снимается, передняя, а вот эта часть снимается, крышка сама. И здесь была герметичная крышка, именно без дырки такой для сенсора, потому что здесь сенсорный экран. Я одела специально такую. Здесь микрофон, если вам видно, вот здесь находится микрофон. Когда я снимала, ходила с той крышкой герметично закрытой, в общем, нифига не слышно было. Когда я послушала это все на компьютере, я просто ужаснулась и пошла, соответственно, в тот магазин, где я покупала. В сервисном центре мне просто с таким умным лицом сидел, там что-то рассказывал, что-то там, хотя я ему сразу сказала, я видео смотрела на YouTube, я инструкцию читала, я все как бы просмотрела, говорю, я не пойму, почему, говорю, она не вынимается. И этот чувак мне говорит, что эта модель не вынимается из бокса. Я говорю, хорошо, а как мне тогда снимать видео, если они без звука? Говорю, постоянно в воде, либо, я не знаю, просто какие-то картинки. Говорю, как-то странно. Говорю, камера должна быть полноценной. Короче, в итоге я ему говорю, можно тогда вернуть эту камеру? На что человек мне говорит, что нет, эти вещи возврату не подлежат. С чего вдруг, если я хочу вернуть камеру, она меня не устраивает, это она записывает неправильно, там, да, без звука, либо еще что-то, это как, почему нельзя вернуть? В общем, на что мне человек ответил, просто тут механические какие-то действия, они автоматические, да, проблемы. Причем здесь механика, какая здесь механика, если это как раз-таки относится к самой камере. Микрофон это разве не относится к самой камере? Хочу еще побегать с ней, и поэтому для того, чтобы бегать, я сегодня приобрела вот такую вот хрень. Есть прищепка у меня на одежду и штука на голову. Решила еще показать саму комплектацию этой камеры. В самой коробке шла вот такая вот крышка. Вернее, это с ней шла. Это та, которая глухая, которую можно использовать для подводных съемок. Вот такая она идет с пленкой для сенсорного экрана. Эта штука, я не знаю, что это такое. Если вы знаете, то напишите, я не в курсе. Потом идут два вот таких крепления на что-либо, там на сноуборд, на еще там что-нибудь. Это, кстати, крепление, которое подходит для вот этих вот как раз таки штук. Честно, всегда мечтала о камере GoPro, и вот сбылась моя мечта.